Приветствуем вас! Вы смотрите 177-й выпуск «Топа неудач», и мы начинаем! Третье место сегодняшнего топа занимает Кассадин синей команды. Лебланк ждет цели в кустах. Эвелин заходит в кусты и моментально получает множество урона от Лебланк. Кассадин пытается отомстить за своего товарища и вносит не меньше урона Лебланк. Она пытается спастись прыжком через стену, но он на кулдауне. Активируется ее пассивка. Кассадин думает, что это был флеш и флешится через стену. Лебланк же на самом деле просто убегает вверх по карте. Ей удается избежать смерти, а потом еще и помочь добить Кассадина. Второе место достается команде фиолетовых из следующего клипа. Они выиграли тимфайт, и в живых в команде синих остались лишь Элис и Трэш. Трэш бросает идеальный хук, попадая по Диане и затягивая ее под башню, вынуждая флешнуться со считанными полосками здоровья. Элис тоже пытается помочь защитить базу, однако ее бьет вся вражеская команда. Элис заказан венок и деревянный гроб. Трэш уже удается убить вражеского Дариуса. Также он попадает хуком по Вейн, использует свой ультимейт. Вейн умирает, на Трэша прилетают вражеские Казикс и Диана. Они убивают Трэша, однако попадают под замедление от его ульты и добиваются миньонами. Трэш получает квад. Килл. К сожалению для команды фиолетовых, у них уничтожены ингибиторы, и огромная волна миньонов синей командой полностью уничтожает их базу. Топ-фейл дня сегодня принадлежит Эвелин из фиолетовой команды. Жанна из синей команды вардит лес и решает бросить свой ураган на синий баф противника. Ураган заряжается на полную мощность, срывается с места и неожиданно убивает древнего голема вместе с вражеской Эвелин, принося награду за First Blood и синий баф Жанне. Переведено и озвучено командой X-Delayed. Специально для lolgame.ru. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter, Public ВКонтакте, а также Raid Call.